Атмосферное давление немного выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Час назад в главный офис фирмы «Инфокар» ворвались вооруженные люди в масках. Скажите, что здесь происходит? Как видите, объяснения здесь никто не дает. Может быть, вы все-таки прокомментируете ситуацию? Снимать здесь нельзя. Но, впрочем, нам и так ясно, что сегодняшняя акция связана с возбуждением уголовного дела против основателя «Инфокара» Платона Маковского. Государство ясно дает понять, что олигархи ему больше не нужны. Особенно непокорные олигархи. А здесь царит радость и веселье. Коммунистически настроенная толпа приветствует действия властей. Ты зачем этот обыск устроил? Славы захотел? Молодец, получилось. Морду бы тебе набить. Давай, давай, попробуй. Боюсь, не выйдет. Стар стал. Подожди, подожди. Это была не моя инициатива. А чья? Чья это была инициатива, а? Мой тебе дружеский совет. Лучше не спрашивай. Меньше знаешь, крепче спишь. Понял? Да пошел ты! Кто ваши хозяева? Господин Огурский! Кто заплатил вам за слезы наши? По данным журнала «Forbes», вы входите в сотню самых богатых людей мира. Ваше состояние оценивается в 5 миллиардов долларов. Почему все эти деньги не спасают вас от унизительных наездов? Потому что мы в России. Скажите, сегодняшний обыск связан с делом «Инфокара»? Милая девушка, это все чушь собачья. Меня обвиняют в том, что здесь, в России, я пытаюсь жить как свободный человек. Вот и все. А вы не думаете нет? Нет, не дождутся. Вы знаете, они, конечно, могут меня посадить, но я политик, а не бизнесмен, и тюрьмы не боюсь. А вы не жалеете, что создали свою империю? Нет, ни в коем случае. Смотрите, как у нас весело. У нас маскарад, люди в масках. Вас подвезти? А вас? Я на машине. Поэтому мы продолжаем цикл наших разоблачительных передач в галстуке. Знакомьтесь, это кандидат президент, наш губернатор Николай Ломов. Вы, наверное, подумали, что действие происходит в Все. Баре. И ошиблись. Нормально. Это губернатор Николай Ломов столь оригинальным способом принимает посетителей в своей служебной резиденции. Аппаратное уберите изображение. Друзья, произошло нечто ужасное. Только что к нам поступило экстренное сообщение. 20 минут назад совершено покушение на генерального директора холдинга «Инфокар» Платона Маковского. Сенсационное покушение в Москве, жертвой которого стал влиятельнейший российский предприниматель Платон Маковский. Сегодня в 15 часов 40 минут «Мерседес», на котором возвращался Маковский после обыска в своем офисе на дачу, был обстрелян неизвестными из противотанкового гранатомета. Пока официальные лица воздерживаются от комментариев, но, как нам стало известно из источников правоохранительных органов, пожелавших остаться неназванными, кроме Маковского в машине находились также его водитель и телохранитель. Взрыв был такой силы, что у людей буквально выбросило из салона. У вас в Москве все такие? Сейчас эксперты-криминалисты пытаются воссоздать картину случившегося. Все. Буквально по фрагментам собирают тела погибших
оставших их одежду. Напомню, что это уже 13-е покушение, 13-е роковое покушение на Платона Маковского. Владимир Золотницкий, Александр Анучкин, Инфо ТВ, Москва. Точно знаю, что так нельзя. Что, я не прав? И что, я тебе то же самое могу сказать. Ты, между прочим, больше всех кричал, что с ним надо разобраться. А кто об этом не говорил, а? Чего ты на меня досмотришь? Да нет, я так. Спасибо, Сергей. Здорово. Ну что, слышал? Слышал. Ну чего вы молчите, как на иконе? Может, мне вам сказать, один из вас убил его? Убил, не убил. Хотел-то каждый. Что вы на меня все время смотрите? Я не Иуда. Ну, вообще, хватит. Как там все это получилось? Ракет противотанковая. Наша или ихняя? Да вроде наша. Можем, если хотим. А этот свет, как его? Ну, с Урала-то. Шлык. Шмаков. А, ну да, Шмаков. Ну, для чего его надо было тащить сюда? У нас что, своих не хватает? Да нет, задумано все было правильно. Следователь с периферии не замазан в московских делах. Посадить должен был по закону, чтобы все видели. Вот преступник осужден и наказан. Вот, пожалуйста, получите диктатуру закона. И неважно, олигарх ты, не олигарх, проворовался. Изволь сесть. Это точно. А пересаживать некого. Надо разобраться, кто устроил этот фейерверк. Но думаю... Шмаков эту ситуацию не потянет. Нет, не потянет. Ну что, надо менять. Будем менять. А вы не боитесь, что вас могут убить? На мой взгляд, правительство готово расправиться с целым народом, но... Для того, чтобы убить одного конкретного человека, мне кажется... Нужно больше смелости. Нужно сделать еще один шаг. Ну, посмотрим, хватит ли у них духу. Понимаете, я полгода назад крестился. И как христианин верю в жизнь вечную. Оп, бес, а! И душу швейцарский банк положил поближе к золоту. Красавец. Ты как сюда вошел? Служебная квартира, служебные ключи. У меня для тебя две новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать? С любой. Тогда с плохой. Тебя отстранили от руководителя следственной бригады. А хорошая знаешь какая? Руководителем следственной бригады назначили меня. У нас три версии. Бизнес, криминал и друзья-товарищи. Будешь копать друзей. Носом чую. Там должны быть зарыты трупы. Много трупов. Марк Наумович, куда венок ставить будем? Сюда. Или нет? Вон сюда, на дерево, чтобы с дороги было лучше видно. Так может, к столбику? Со всех сторон видно будет. Давай. И музыканта зови. Давай, играй. А чего играть-то? Ну, то, что он любил. Прости нас, Туша. Не уберегли бы тебя. А вы его знали? Я был его друг. Ближайший. Вы знаете, сколько тогда к нему в друзья лезло? Ну, где они теперь? Где крысы? Будете? Не откажусь. Стакана второго у меня нет. Ничего, я из бутылки могу. Спи спокойно, Туша. Он тоже вот так игрушки пил. Стаканов не было? Нет. Чтобы завоевать девушку.
Четвертый дальше. Семинар по системе управления. Пролетел. Здравствуйте, Василий Иванович. С наступающим вас. Здрасте. Нам сюда. Кто это, а? Корецкий. Новый начальник первого отдела Академии. С нами на конференции. В Ленинграде слет ежегодно. Слушай, ну не пущу я тебя с этой трупердой в вагон. Мамуль, как вас? Тоже мне сынок нашелся. Пропусти. Да, ну ладно, ладно. Давай. 3 минуты осталось, Платона нет? Ничего, успеет. Он всегда с детства опаздывает. Меня на семинар позвал, а сам не поехал. Давай, давай, вы зайдите, а я его здесь подожду. Барат! Постоянно что-то опаздывает. Любите холодные шашлыки? Ненавижу. Вы самая красивая женщина, которую я когда-либо видел. Спасайте, я горю. Ну, подогрейте на себе шашлык. Прекрати не курить. Чайник пьет, в коридоре курит. Извините, я не могу, потому что шашлыки сгорят вместе со мной. Вы знаете, я-то не горю и гореть не собираюсь, поэтому сейчас пойду в свою купе. Я умоляю вас. Я вас очень прошу. На 5 минут. Пожалуйста. На полчасика. Извините. Что за шум? Потише нельзя? Я приглашаю девушку на шашлыки, она не соглашается. Странно, на тебя это не похоже. Дорогая, я тебя не узнаю. Слышали? Что смотрите? Пойдемте. Итак, Мария, этот Витязь с шашлыком – мой самый близкий друг по имени Муса. Он простой и надежный, ну как... Наган. Дальше. Виктор, он гений. Показать вам Эйнштейна? Просто гений. Надеюсь, что завтра его доклад произведет переворот в науке. Переходим дальше. Это Марк. Не обращайте внимания, что он ворчит все время. Он просто считает, что он наша родная мама. Минутку. Так, предлагаю выпить. Первый тост. За самую красивую женщину на свете. За Марию. Дайте стаканчик мне. Платон, всего 4 стакана. Давай бутылку. Ага. За Марию. Ура. Вы очень похожи на гарниста. Всех прошу предъявить документы и билеты. Лейтенант, а может мы договоримся? Распитие спиртных напитков в общественном месте запрещено. Так что будем составлять акт и сообщать по месту работы. Как я люблю этот честный взгляд людей в серых мундирах. Че, на 15 суш что-нибудь хотел? Нет, что ни в коем случае, что. Ваш что, мой муж прислал. Оставьте ребят в покое. Ладно, все, я ухожу. Я вас не знаю. Как ты меня не знаешь? Ты что, мужик? Понятно. Получил свое и в кусты? Чего я получил? Ты что ты получил? Я не помню. Ты что, мне жениться обещал? Ишь ты, не помню. Я женщина простая, я до гарпуна дойду. Я тебе такую персоналку сделаю. Ишь ты, не помню. Ты меня запомнишь, так запомнишь. На всю жизнь я тебе обещаю. Что, поверь? Давай. Мужик. В жене проводницы очень много плюсов. Во-первых, дом почти не бывает все время в разъездах. Это раз. Форма бесплатная. Это 2. Угу. Да, совсем забыл. Когда муж проводницы умирает, она имеет право перевести тело любимого в любую точку СССР. Разыграли, что? Разыграли кадры.
Экономика начинает сжиматься. И, в конце концов, окончательно разваливается. Если я вас правильно понял, молодой человек, под неэффективной экономикой вы подразумеваете экономику социализма. А видите ли, я, собственно, решал теоретическую задачу. Это математика, а не идеология. А вы не виляете. Значит, по-вашему, социалистическая экономика не жизнеспособна. А как же марксизм, ленинизм? Его вы тоже предлагаете отменить? Я сейчас не могу. Давай, спасать надо. Все, ждем. Хорошо, сейчас. Не надо идти. Все, надо. Не надо. За будущее страны, за нашу сегодняшнюю жизнь, поколение советских людей не доедали. Спали в землянках, отдавали свои жизни. За идеи, которые вы сегодня топчете ногами. Молодой человек, позвольте вам задать последний вопрос. Простите, что прерываю вас. Но мне кажется, товарищ Корецкий драматизирует ситуацию и доклад товарища Сысоева. У нас научная дискуссия, и мы делимся идеями, в том числе и спорными. Странная у вас какая-то логика, знаете? Логика не бывает странной. Она либо есть, либо нет. И, кстати, на уровне логики можно доказать вообще все, что угодно. Ну, хотите, я вам докажу, что, ну, допустим, крокодил. Вот так, по-моему, рисуется. Так, похоже? Да, очень. Крокодил больше длинный, чем зеленый. Потому что длинный он и сверху, и снизу. А зеленый только сверху. Балаган. Специально для товарища Корецкого докажу, что крокодил больше зеленый, чем широкий. Смотрите, крокодил зеленый и вдоль, и поперек. А широкий только поперек. Спасибо большое. Молодцы. Я думаю, позвонить там же. И как позвонил вовремя? Надо отменить. Это я. Там такой скандал был из-за доклада Виктора. Но все обошлось благодаря мне. Марик каких-то бутербродов накромсал. А? 2 часа прошло, я не заметил. Хочешь? Не хочу. Вкусно. Обидел, что? Отвернись, мне надо одеться. А знаешь, с кем я схлестнулся? С товарищем Корецким. Знакомая фамилия? Мария. Гражданка Корецкая. Маш. Маша. Маш. 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 Всегда играл и доигрался, дурак. Он думал, что дразнит гусей, а дразнил медведя. Ведь Россия — это медведь, задерет насмерть. Виктор, это который с балкона упал. А вы кто? Следователь. Как следователь? Следователь по особо важным делам из Генеральной прокуратуры. Это провокация! Вы не имеете права! Вы должны меня пригласить с повесткой. Я знаю уголовно-процессуальный кодекс. Хорошо. Как ваша фамилия? Шмаков. Шмаков? Я это дело так не оставлю. Вы уволены, Шмаков. Хорошо. Все говорят, Платон был гений. Да чушь. Вот Виктор был гений в математике. А Платон
знаете, он был крысолов. Есть такие, которые вот на дудочке играют. Он играет, как гипнотизер, а они все за ним тук-тук-тук-тук-тук идут. Сейчас время такое. Крысоловов. И Горбачев был крысолов. Ельцин тоже. Я их сразу всех раскусила. У меня есть документы, из которых ясно, что вы были главным бухгалтером кооператива «Мельница», который изготавливал веники. Минуточку, я сейчас таблеточку. Какие веники? Диссертацию они писали для богатых недоумков. По 1000 рублей за штуку. И джинсы варили. Зачем варили? Ну, я же вам объясняю. Как началось это время перестройки, он им запел. Началось великое время свободы, наше время. Вот. Но для начала нам нужны деньги для раскрутки. Эти два кандидата, два доктора, эти идиоты бросили науку и пошли джинсы красить. А уж как этот грузин появился, таких веников навязали. Хотите выйти? Ведь они же фальшивые. Конечно же. Вы знаете, мы, конечно, вам все напишем в лучшем виде, но не скажете, зачем вам диссертация? Знаете, я работаю начальником станции техобслуживания «Жигулей» в Тбилиси. Платон, Муса уже 5-й джинсы угробил. Ну и что? Извините, Рагбов. Можно при нем? Неудобно как-то. Знаете, я начальник такого большого предприятия и без диссертации. Знаете, я вам советую сразу докторскую писать. А? Престижнее. Престижнее? Нет, докторскую не надо. У нас в Тбилиси очень умных не любят. Но тарифы вы знаете? Конечно. Маркуш, займись. А. Какая тема диссертации? Придумайте. Ты мне даешь 300 рублей, я тебе товара принес на 1500. Это не ко мне. А кому? Горбачев. Какому Горбачеву? Я тебе товару принес на 3... Послушай, это барахло подорожало в 5 раз. 5 раз? Ты мне даешь 300 рублей. Вчера было постановление правительства. Все дороже для кооператива. Да какая разница мне, какое постановление? Я тебе принес товару на 1500. Душа, они душа. Душа. И что мне теперь делать? Какая разница, кто тебя душит? Денег нет. Денег нету. Я тебе еще раз объясняю. Я на пол... Уважаемый. Можно у вас на пару слов? Никогда в этой стране ничего по-человечески не будет. Страна вечно зеленых помидоров. Уйди, пожалуйста. А? На, здесь 1200. Все хорошо? Друзья? Друзья. Ну что, били его, что ли? Почему бил? Я просто сказал, такой солидный человек и так несерьезно себя ведет. Что значит нет денег? Ну, он застеснялся и открыл сейф. Давайте выпьем. Я так обрадовалась. Я просто счастлива была. Ну, думаю, после этого решения правительства Виктор опять вернется в науку. Все будет как прежде. Не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Дайте выпить. Этот Крысолов новую аферу придумал. У него этими аферами вся башка была забита. Извините.
что вы ходите в такой день? Здрасте. Вскрылись некоторые дополнительные факты. Все равно вы не поймете Платона. И знаете почему? Почему? Потому что он был гений. А вот насчет веников, что вы можете сказать? В 1989 году вы совместно с Маковским учредили общество с ограниченной ответственностью «Мельница», которое занималось, секундочку, извините, производством и реализацией веников. Вы произвели 150 миллионов веников, то есть примерно 5 веников на каждую семью бывшего Советского Союза. А куда они делись? Вот. Пожалуйста, последнее. А остальные? Раскупили. Очень качественные были веники. Постановление правительства в этой ситуации тоже не работает, потому что мы меняемся не деньгами, а товарами. Кооператив один передает товар кооперативу 2, кооператив 2 меняется кооперативом 1, кооператив 1 кооператив, ну и так далее, и так далее. Вот здесь закручивается мельница. Все. Я не понял. Что здесь непонятно? Продавать кооперативы не могут, а меняться могут. А, допустим, у тебя есть пылесос. Купить я у тебя его не могу, а поменять могу. На что? Ну, на что? Ну, хоть на что? На веники. На веники. Какие веники? Вот, обыкновенный, которым пол мету. Я понял. Это гениально. Не надо никакой диссертации, надо срочно лететь в Тольятти на автозавод. Зачем? Чтоб менять веники на машины. Что, не поняли? Ты чего смеешься? Ты знаешь, а мне нравится. Представляешь, вот это все наше. 198, 199, 200. Ваших 200 машин. Распишитесь, пожалуйста. Все правильно? Правильно. Марья? Ну, да. Эй, ребят! Что вы делаете, брат? Ты куда? Ребят! Эй! Ну что, москвичи, бизнес-уголок устроили. Это наша территория. Вы с нами не согласовали? Это неуважение, поэтому мы на вас вешаем 20 тонн баксов штрафа. Дальше. Мы берем 5% с продаж. Вы сейчас получили 400 машин? Значит, 20 вы нам отгружаете прямо сейчас. Понятно? Это надо обсудить. Да, я скажу. Ребятки, Платон. Подожди, ну подожди, Платон. Подожди, ребят. Значит, скажу я следующее. Пошли вы нахер. Понятно? Не получите вы ни денег, Платон, ни машин. Доходчивая информация. Я говорю, доходчивая информация. Спокойно, спокойно. Мой друг погорячился. Завтра забьем стрелку в 12 часов. Да сядем и все обсудим. Хочешь стрелку? Да. Будет тебе стрелка. Пацаны, Борзова этого заберите. Пускай с нами поедет. Платон! Ларин, ничего им не давать! Ни денег, ни машин! Я могу продать квартиру. Какую квартиру? Свою однокомнатную. Ну, 1030 же она стоит. Ты на рынок ее пойдешь продавать? На это же время нужно. Никаких переговоров с бандитами, я против. Да кто ты такой? Ты что, самый главный здесь, что ли? Слушай, мне нравится вот это олимпийское спокойствие. Ты что молчишь? Это же ты нас сюда приволок-то, а? Да ты то что-то прошляпил. И вот с тобой за... Мне нравится, еще косточки бросают. Че ты молчишь? Здравствуй, Ахмед. Спасибо, что приехал. В милицию звонили? Это хорошо. В милицию не надо. Никогда не надо в милицию.
Дай сигарету. Ты же не куришь, Марик. Я твоей маме скажу. Я волнуюсь. Марик, не психуй. Я не психую, я просто волнуюсь. Да ты не волнуешься, ты боишься. Ты боишься, Марик. Да, я боюсь. А ты не боишься? Да, боюсь, но это же нормально. Ну все. Не, мужики, вы не боитесь. Вот я боюсь. Яхнет Ташкентский. Кто старше? Я. Останься. Остальные пошли вон. В общем так. Все они подо мной ходят. Мужик через час должен быть здесь. Минута опоздания, штраф 100 баксов. Время пошло. Левый ряд перестраивай. Мужики, стаканчик, я тоже. Мне налить. Нагила. Ну, ребят, Хава, нагила, эй, Несроха. Эй, а ну-ка, укрупни тех, кто идет за гробом. Да. Не может быть. Уходим. Чего это они? Что там у вас? О, началось. В могиле бомба. На выход. Пустите меня, пустите меня. Так, спокойно, без паники. Быстро идемте отсюда, здесь бомба. Спокойно, я следую по прогулку, спокойно. Без паники, разойтись все. Ошиблись, извините. Сейчас, скоро приедут сапёры. Знаете, я, наверное, схожу с ума. Но я не чувствую, что он умер. И гроб пустой. Знаете, мне кажется, что он где-то здесь рядом сидит. Он там в кустах смотрит на нас и смеется. Как тогда на пароходе. Кто это? Не знаю. Нас же мальчишник. Привет. Привет, Витя. Как крокодилы? Все зеленеют? У нас теперь деньги зеленеют. И вдоль поперек. Здрасте. Лечил по ленинградке, смотрю, голосуют. Думаю, что за чудо в перьях? Это Мария. Иларион. Можно Варя? А вы новенький? Это так. Мы теперь новенькие, а он как раз старенький. У нас, смотри, теперь все переменилось. Платуш, ты еще недоволен, что ли?
Это папа Гриша, директор автозавода. Григорий, какие красавицы живут в столице. Ахмед Мухамедович. Очень приятно. А вы тоже с ними работаете? Решаю вопросы. Ровно год тому назад я связался с вами. Старый дурак. И доволен. Дюже доволен. Давайте выпьем. За первую годовщину инфокара и за светлую голову Платона. Ура! 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 А вы танцуете? С вами? Танцую. Я в Москве в месяц, неделю живу. Вам что, домработница нужна? Да нет. Надоели дешевки московские. Хочется женщину с полетом. Такую, как вы. Ну что, согласны? На что согласны? Полетать с вами? Понял. Чуть не забыли. Ну, давай. Марк, это глупо, но я боюсь высоты. Не бы, я с тобой. Раз, два, три. Покупал. Никакой аренды платить не надо. Ставим на причал, где хотим. Марк, хоть у Кремля, хоть у Белого дома. Дорогой, ты же научил меня плавать. Да ну вас! Маркур! Убежал от меня. Просто я поняла. Что ты поняла? Я все поняла. Что все? Все. Маш. Как ты живешь? Очень хорошо живу. Как муж? У меня нет мужа. Приехали. Значит, мужа нет, это хорошо, а работы нет, это плохо. Как всегда, все понял быстрее всех. Даже быстрее меня.
Пока. Маш, можно к тебе? Зачем? На 5 минут. Выпить нет, ничего. Пустой дом. Чаю хочешь? Очень. Очень хочу чаю. Хорошо. Мама? Ты кто такой? Я Платон. Я тоже Платон. Здорово. А где мама? Так, ты что здесь делаешь? Давай быстро спать. Маш. Почему ты мне ничего не сказала? Что не сказала? Про сына. Это мой сын. Да? Понимаешь? У меня есть фотография. Мне 7 лет, я вылитый. К тебе он не имеет никакого отношения, да? Слышишь? Да? Это мой сын. Все, все, все. Это все, мой все. Сын. Все, ничего не говори. Никуда не уходи. Красиво. Угу. Тут у нас официальные переговоры. Очень красиво. Угу. Тут у нас неофициальные переговоры. Некрасиво. Это твоя комната. И что я здесь буду делать? Поставим стол, стул, сядешь, будет красиво. А где Платон? Он скоро вернется. Вот первое задание. Купишь игрушечного медведя. Самого большого купишь. Пошлешь по этому адресу записки от Платона. Ну, как обычно. Люблю и помню. Это был мой адрес. Так я нашла работу и потеряла сына. Он его отобрал? Угу. Отправил учиться в Англию, в школу для миллионеров. Сынок, все в порядке? Hi, мам. Лягте пока. Страшно? Взрыв отменяется. Представляешь, кило тротила. Все бы полегли. Но как у нас продвигает следствие? Прокуратурой проведена большая и кропотливая работа. Мы рассматриваем 3 версии. Теракт во время похорон Маковского могли организовать конкуренты с целью устранения руководителя инфокара. Солнцевская группировка с целью устранения известного авторитета Ахмета, находившегося на похоронах. А также... Какие 3 версии? Ребенку понятно. Разборка в руководстве инфокара. Перегрызлись из-за денег, как пуки в банке. Один подложил, другой обезвредил. А их канал истерику закатил, во всем Кремль обвиняет. Полюбуйтесь, что они хотят вечером поставить в эфир. Итак, предлагаем вашему вниманию новый выпуск программы «В галстуке и без». Наш герой, в отличие от губернатора Ломова, не снимает ни брюки, ни галстук. Зато забывает надеть голову. Иначе у этого государственного мужа хватило бы ума понять, что только всадник без головы мог сказать, что в неудавшемся теракте на Востряковском кладбище просматривается след чеченских боевиков. Это вообще за гранью. Этому инфокару давно пора ломать рога. Раз и навсегда. Будем ломать, но в рамках законности, разумеется. Здравствуйте. Вы меня узнали? Это я. Мне нужно с вами поговорить. Конечно. Вы же не желали со мной разговаривать без официального вызова в прокуратуру. А теперь желаю. Завтра. У меня в кабинете на официальном допросе. Завтра может так получиться, что никак. Завтра меня может вообще не быть в живых. А мне умирать нельзя. У меня мама больная. Я вас очень прошу. 5 минут. Я есть хочу.
Вы не там ищете. Чтобы знать, где искать, нужно вспомнить Сталина. Все повторяется, абсолютно все повторяется. Улавливаете? Нет. Ну как же, он же напролом рвется к власти. Что он делает? Он убирает старую гвардию. Да не думайте, что я сумасшедший. Смотрите сами. Сначала гибнет Виктор, потом убивают Тошу. Сегодня убрали Мусу. Остается ликвидировать меня, из руководителя инфокара остается только один он. Что случилось с Мусой Тариевым? Час назад в его машину врезался панелевоз. Он остался жив, его увезли в больницу. Дьявол! Как он все рассчитал. Но я идиот, думал, что у нас особенный мир, братство, как сказал Тоша на своем дне рождения. Спасибо. Спасибо. Разрешите? Спасибо. Спасибо, что пришли. Забыл автобус, забыл трамвай. Ты в мерседесах проводишь жизнь. Ну что ж, хороший, давай держись. Раз, два, три. Аромат разносит, так бокал налитый. Платона выпить просит. Выпьем за Платона, Платона дорогого. Свет еще не создал красивого такого. Платон, пей до дна, Платон, пей до дна. Дорогой Платон, спасибо тебе огромное за все то, что ты делаешь для нас, артистов. В это непростое время мы, артисты, Матос! Платон, принимай подарок! Живая. Ну? Белый танец. Платон, кстати, наши дела мы забыли. Мы еще не успели поговорить Хубер, об этом. Давай, позже, позже. Займи девушку, я тебя спасибо. Прошу. Платон! От верблюдов еще не было! Указом президента Мордовии. Вот мы Платон, с Патриком подожди. Тоже хотим поздравить. А все-таки тебе-то поздравление есть, от Ельцина нет, а? Вот видишь, от Ельцина еще нет, а ты нас вводишь. Будет, будет, обязательно. Ельцин только подтягивается, а мы уже готовы. Нин, я поехал. 44-летие. Дарим тебе боевого, горячего, чистокровного ахалтекинца. И пусть он тебе служит 100 лет, а там посмотрим. А, а? Не кусается? Кусается. Чистокровная ахалтекинец. А. Вот она. Интеллигенция. Витек, да уйми ты ее. Жрете тут. Пьете. Гуляйте, как купцы. А страна голодает.
Самим-то не противно. А, ты ешь и пьешь отдельно в диетической столовой. А я ваших лебедей не ем. Я только пью. Водочку. То же самое, что вся страна пьет. Водочку, родимую. Так что я со своим народом. Ларри! Ах, красавец. На, давай, займись. Займись. О, ты молодец. В чем-то она права. Не ну. В чем-то, да. Виктор, я ведь совсем ухожу. Нинуль, ты выпила, поезжай домой, отдохни. А ведь уж с нами останется. Ну. Слабак. Возьми машину. Слабак. Сейчас я все сделаю. Да не надо, обойдусь. Это нормальные люди. Кровью капая. Большие интересы к инфопарку и просто требуется аудита. Очень правильно. Да, я согласен. И в основном, смотрите здесь, все вот эти пункты, которые, они абсолютно неправильные. Ларри! Все, линяем. Нам здесь выпить не дадут. Давай, берите все. Да. Ларри, давай. Все, пошли. Давай. Мы счастливые люди, ребят. Мы не просто знаем друг друга, черт и знает сколько лет. Мы знаем, что каждый из нас сделает через минуту, через час, через день. Мы не просто друзья, мы больше. Мы целый мир. За нас. Ну! В огонь! Вперед! Знаете, почему погиб Виктор? Потому что Ларри сделал все, чтобы убрать его. Ларри, пошлину поднимают на 150%. Все делают вид, что ничего не происходит. Я не понимаю, как у нас все организовано. Дорогой, у нас организовано все совершенно правильно. Абсолютно все. Первое. За одно дело должен отвечать один человек. Вот тебя поручили. Решай эту проблему. У нас на границе на 20 миллионов долларов в мерседесах. У тебя же есть концы на таможне. Ну, помоги мне, выведи меня на этих людей. Второе. Везде свои правила. У братвы свои, на таможне свои. Да какие правила? Что, деньги дать? Витя, ты ученый, профессор. Мы должны беречь тебя. А ты хочешь людям взятки давать? В уголовщину лезешь? Платон сказал, будут проблемы к тебе обращаться. Правильно. Ты обратился? Жизни новых русских. Встречаются двое. Один другому говорит: ты посмотри, какой галстук себе купил. 3000 долларов. А второй ему говорит: ну ты лопухнулся. Тут за углом такой же за 5. Ничего. Баранина пикантная на косточке. Бесподобно. 600 врезается в каток. Тоже меньше подъебеть. Меня очень не устраивает, как ты ведешь дела. Какие-то у тебя тайны с растаможкой мерседесов. Требуешь от Ларри перевести деньги в Швейцарию. Ничего не объясняешь. Но я не могу эту схему раскрыть. Я людям слово дал. Каким людям? Но я не могу сказать, обещал. Но мы растаможим в ноль все наши мерседесы. Вы что, мне не доверяете? Ведь тут принципиальный момент. Ты же знаешь, что бизнес на доверии заканчивается трагедиями, причем кровавыми. А нам трагедии не нужны. Это основной принцип нашей работы. Понимаешь? Платон, мы можем поговорить с тобой вдвоем? А у нас что, какие-то тайны друг от друга завелись? С каких пор? Платуш, да какие проблемы-то? Ну, если для дела нужно, мы уйдем. Да почему я должен уходить-то? Это наши общие проблемы. Ребята, по-моему, надо их оставить вдвоем. Ага.
Да я элементарно хочу поесть. Марик, потом поедим, потом. Пойдем. Уже ни в какие ворота. Витя. Ты каким-то людям дал слово. А мне ты сказать не можешь. Платон, ты бросаешь меня на иномарке. А пошлину поднимают на 150%. Ты понимаешь, что это такое? Ты кому-то дал слово. Мне ты сказать не можешь. Я людям дал слово, я обещал, Платон. Мне ты не можешь сказать. Не уйди. Как хочешь. Уходи. Уходи. Платон, когда мое дело зашло в тупик, появились два типа. Папа, папа, я тебя догоню. Девчонки, ну вам на дискотеку пора уже. Не компрометируйте папу. Нам известно, что у вас проблемы с таможней. Простите, вы кто? Мы из ассоциации содействия малому бизнесу. Если проблемы действительно есть с таможней, то мы готовы вам помочь. Да, каким образом? А мы включены в список организаций, которым предоставляются таможенные льготы на ввоз товара. И на автомобили в том числе. И кто же раздает такие льготы? Президент. Президент. Специальным указом. Мы в списке после общества слепых. И перед фондом спорта. Знаете ли, я прекрасно вижу, и к обществу слепых не имею никакого отношения. Так что вашими льготами, боюсь, воспользоваться не смогу. Сможете. Значит, схема такая. Вы продаете одной нашей фирме за границей все ваши автомобили. Мы вывозим их на себя, таможим в ноль и продаем вам обратно. Ваши условия? Мы работаем с половиной прибыли. Имей в виду, афганцы и слепые берут больше. Вас это интересует? Интересует. Полковник Беленький. Для друзей просто Паша. Вон ту сосну, видишь? Вот смотри. Была сосна. Нет! Да, была бы у меня такая техника в Афгане. Имел бы я сейчас ноги вместо протезов. И лицо, как у Алена Делона. На, стреляй. Да я верю, верю. Давай, стреляй. Ну, не люблю я, не умею. А ты попробуй, вдруг не получится. Не волнуйтесь вы. Стреляй! Еще! Витенька, ты знаешь, что тебя элементарно развели самые натуральные бандиты с улицы? Да не с улицы они, Платон, ну... Их телефоны... ты, подожди, подожди, ты готов им продавать машины на 20 миллионов долларов? Ну просто, вот просто, понимаешь? Да их телефоны числятся за бывшим ЦК КПСС, Платон. Скажи, я могу тогда поговорить с их коммунистическим главарем? М? Ну, я не знаю, я... Ну, попробуй. Алло, Паш, это Виктор. Есть проблема. Наш главный хотел бы с вашим переговорить. Это возможно? Попробует. Алло. Да. Да, Платон Маковский. Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо большое. Договорились? Всего хорошего.
Ты знаешь, кто у них главный? Кто? Ничего себе. Это очень-очень интересно. Перекрыли кислород, сволочи! Бизнес у людей остановился. Уже стрелять начали, кровь полилась. Мне как-то один человек звонил, когда у нас все начиналось. Нельзя, чтобы он еще раз перезвонил? Почему же нельзя? Сделаем. Павел Беленький на проводе. У себя? Давай, соедини. Здравствуйте. Это Маковский. Да. Ну что? Так, ребятки, рассказываю, что делаем. Нам нужен документ из Минфина. Он сказал, что сделает это без проблем. Поэтому закручиваем мельницу. Подожди, подожди, я не понял. Какая нахер мельница? Где лаве-то? Где лаве? Объясняю. Или не объясняю? Объясняю. Предположим, я должен рубль Ларе. Ларе должен рубль Виктору. А Виктор должен рубль мне. Но у нас ни у кого денег нет. Ну. Дайте кто-нибудь рубль. Да, денег. Допустим, приходит Михаил Васильевич Ломоносов и покупает у меня перчатку. За рубль. Я отдаю этот рубль Ларе, так как ему был должен. Правильно? Правильно. Правильно? Ну. Мы в расчете. Ларе отдает этот рубль Виктору, так как ему должен был. Они в расчете. Виктор отдает рубль мне. Мы в расчете. Правильно? Но тут приходит Михаил Васильевич Ломоносов. Зачем мне одна перчатка? Действительно, зачем Михаил Васильевич Ломоносов перчатку? Он отдает мне перчатку, я ему возвращаю рубль. Я в перчатках. Михаил Васильевич Ломоносов с рублем. А мы никто никому не должен. Фокусник, да? Ловко, слушай. Я, правда, ни хера не понял, да? Ну, ты, давай, у тебя башка варит, да? Ну, погоди, а где твой-то интерес? Банк, через который будет идти вся эта процедура, будет мой банк. И процент такой маленький-маленький процент, но с каждого льготника будет мой процент. Вот и все. За 3 минуты на моих глазах придумал. Гений. Просто гений. А эти наши профессора его при всех Тошкой называли. Показывали, что они с ним на равных. А на равных не бывает. Какое отношение к вам имеет Корецкий? К сожалению, самое прямое. А как же Беленький? Он ведь тоже из Кремля был. Вот у вас 2 руки. Левая и правая, да? А у Кремля их 10, как у индийского бога Шивы. И все, заметьте, любят кушать, причем хорошо кушать. Вот иногда левая у правой кошелек хочет вырвать. А кошелек это вы? В том числе. Приехал. Сука. На, послушай, что тебе мой шеф скажет. Ты лучше послушай, что тебе мой скажет. Офицер, помогаешь кому-то мошеннику страну разворовывать. Герой Афгана. Да в Афгане за такой к стенке ставим. Слушай, а ты там был, а? Ты, крыса штабная. Да подожди там, я тебе говорю, ты там был. Ты откуда взялся?
Ключи от сейфа возьми. Скажите, в каких отношениях вы были с Маковским? Вопрос понятен. Хотите узнать, убивал ли его я? Нет, не убивал. Слишком много для него чести. Ненавидеть ненавидел, как ненавидит нормальный человек, выродка. Эгоизм, эгоцентризм в высшей степени. Выродок! Скажите, пожалуйста, а Мария Корецкая, сотрудник инфокара, ваша бывшая жена? Поставь на место. Извините. Ты что ж думаешь, что я мстил ему за то, что он увел у меня жену? Я, Корецкий, потомственный дворянин, опустился бы до ревности к этому полукровке. Не за Россию обидно. Мои предки в 10 поколениях служили Отечеству. Царям, коммунистам все равно. За грех почитали разбираться, хороший царь или плохой. У нас потомственное уважение к власти, дар угадывать ее врагов и беспощадно наказывать их. Ты даже представить себе не можешь, какой вред мог принести этот Маковский государству, если бы ему не помешали. А помешали ему вы. И я тоже. А кто еще? Угу. Значит, наезд на инфокар и убийство полковника Беленького заказали вы. Так, так, так. Ну. А у меня ведь доказательства есть. Слушай, Шмаков, да? Что тебе надо? Я, понимаете, не дворянин. В высоких материях не очень хорошо разбираюсь. Но нам, смердным и холопам, хотелось бы узнать, почему вы, нарушая уголовный кодекс, с угрозами вымогали у Маковского деньги. Вон пошел. А вы знаете, что Маковский сделал запись вашей беседы? Да. А может быть, он вам сказал об этом? Может быть, он собирался пустить эту запись в ход? Может быть, вы его за это и убили? Пошел вон отсюда! Это, кстати, очень хороший повод. Всего доброго. Шмаков! Шмаков, я дверь выломаю! Шмаков, открой, я выломаю дверь! Чего тебе надо? Где кассета? Какая кассета? Которую Маковский записал в Кремле. А, кассета? Да, да, кассета. Вот она. Да. Кассета. Дай сюда. Во всяком случае, и в конечном счете Христос дал людям не только любовь, но и свободу. Свободу не бояться. Он позвонил мне, говорит, можете заехать, Платон Михайлович. Я говорю, куда? Он говорит, в Кремль. Когда? Ну, он говорит, сейчас. Высылаю за вами машину. Я говорю, ну, у меня своя есть. А он на ваш пропуск надо долго оформлять. Ну, и трубку бросил. Между прочим, высшую меру захищения в особо крупных размерах никто еще не отменял. Вам это известно, господин Маковский? Какой вы кровожадный, господин Корецкий. А вам известно, что при президенте России организована комиссия по помилованию? Мы же с вами строим гуманное общество. Помилование на вас не распространяется. Я хочу, чтобы вы поняли, Маковский, вы преступник. Страшный преступник. Вы обворовываете не какого-то одного человека, вы обворовываете народ, вы обворовываете страну, которая вас воспитала, обучила бесплатно, между прочим.
Деньги, которые вы крадете, могли пойти детям, старикам, инвалидам. Господин Корецкий, наша фирма ищет консультанта с окладом, ну, скажем, $1 000 000 в год. Не можете никого порекомендовать? Сколько? А вот с этим документиком не хотите ознакомиться? Завтра в 12:00 на этом столе должны лежать $10 000 000, разумеется. Думаю, для начала ограничимся этой суммой. Завтра принесете 10 миллионов наличными. А теперь идите. Вас проводят до ворот. Документик оставьте. Самое страшное не эти 10 миллионов. Черт с ними, с деньгами. И даже не то, что он знает номера наших счетов в Швейцарии. Самое страшное, что мы не знаем. Это что за фигня? Это омлет. Это же рассказ Маковского про встречу с Корецким. Ну? А где запись, которую он сделал в кабинете Корецкого? А он что, сделал такую запись? Так ты же сам об этом сказал. Нет. Я сказал Корецкому, что у меня есть запись разговора его с Маковским. Ты ее только что прослушал. В исполнении Маковского. Ключи от сейфа. Пожалуйста. Слушай, ты, тихий алкоголик, ты знаешь, кто такой Корецкий? Кто за ним стоит? Да мне плевать. У нас за каждым кто-нибудь стоит. Надоело. И даже не то, что он знает номера наших счетов в Швейцарии. Самое страшное, что мы не знаем, что еще есть у него в этой папке. Витя, откуда у него эти документы? Я не знаю. Ну, успокойся, присядь. Сколько было оригиналов? Два. Один наш, один Беленького. Где наш оригинал? В сейфе на даче Беленького. А у нас, насколько я понимаю, сейфа нет. Беленький надежный партнер уже 2 года. И где сейчас этот надежный партнер? Не знаю. Он второй день телефону не подходит. Поехали на дачу. Будьте любезны, кофе кто-нибудь принесите! Что случилось? Я точно помню, это здесь. Оставьте холодильник. Приходите, братство. А кто ворует? Кто ворует? Я из госстраха. Когда был пожар? Да дня 3 назад. Да каких 3? 3. 4. А хозяева где? А кто их знает? Ночь где-то. Где стреляли, говорят, ту ночь. Это, я так понимаю, наш контракт, да? Баланс. Дебет, кредит. Друг Муса минус. Друг Платон минус. Ларри минус. Нина минус.
Дети плюс. Дорогой Платон, в том, что со мной сейчас случится, никто не виноват. Вы уж извините меня, ради бога, я ваш сосед снизу. Мусор выносил, дверь захлопнул, а ключ внутри оставил. Ну? Ну, троса нет у вас. Ну, как ты? Все нормально? Спасибо! Просто несчастный случай. Так бывает. Мы много лет с тобой были друзьями и... Не поминай меня лихо. Ты здесь ни при чем. Я устал. А на прощание я хочу сказать тебе одну вещь. Помнишь Удалича? И ты будешь волков на земле плодить. Учить их вилять хвостом. А как дальше, помнишь? Что это? Я же очень любил его. Ты же знаешь? Ну что ты молчишь? Осуждаешь, ненавидишь? Что? Тебе я тоже жизнь испортил? А где мама? Мама никого не хочет видеть. А вы скажите, что дядя Платон пришел. Нина? Мама никого не хочет видеть. Ну все, тише. Тише, тише, моя дорогая. Все, успокойся. Теперь я у вас как папа. Ниночка, это мы. У нас горе. Спасибо, что пришли. Большое спасибо. Пойдем. Вот только пепел в сейфе мне не показался. И я попросил, будем говорить так, своих старых знакомых провести экспертизу. И что сказали старые знакомые? А они сказали, что сейф был доверху забит газетами. А все подлинники документов ушли в Кремль. А еще через 2 месяца нашли Беленького и 2 других друзей в лесу. Вот тогда все стало ясно, что ни в чем Виктор не виноват, никого он не предавал. Только было уже поздно. А вы не знаете, что там дальше в этом стихотворении? В каком? Ну, вот в этом, про волков. И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить... Так ведь это пойми потом. Поэзию надо любить, молодой человек. Это Галич. Я не лечу в Париж, я еду хоронить Витю. Хорошо, но только будешь слушаться этого человека. Вы что, брата привели? Некоторым образом. Это человек, который отвечает за вашу безопасность по дороге на кладбище. А там вас встретят другие люди, тоже квалифицированные, и доведут до могилы. Смешно пошутили. Отвечайте. Почему? Могут засечь. Пока мы не приедем на кладбище, за вас отвечаю я. Тормози. Как можно дольше. Лягте на сиденье. Я сказал на сиденье. Здравствуйте. Федеральная служба охраны. Прошу выйти из машины. Здравствуйте, Платон Михайлович. Добрый день. Давно хотел с вами познакомиться. Прошу вас, присаживайтесь.
Мне доложили, что вы собираетесь покинуть Россию. Неправда. Меня вынуждают это сделать. Да никто вас не вынуждает. Криминальные структуры, которые пытались контролировать полковника Беленького, нейтрализованы. Жаль Пашу Беленького. Настоящий был мужик. Константин, зайди ко мне. Так что не надо вам уезжать из России-то. Продолжайте плодотворно работать. А вместо полковника Беленького у вас будет новый куратор. Знакомить вас не буду, познакомлю. Знаю ваши способности, господин Маковский, внезапно исчезать. Этот телефончик должен быть постоянно при вас, и днем, и ночью. Номер известен только мне. Вы что ж, против? Нет, я согласен. Созвонимся. Это тебя. Я даже знаю, кто это. Хочешь поговорить? Здесь-то одна кнопка. Он тебе может звонить, а ты ему нет. Да, здорово придумано. Представляешь? Он кнопочку нажал, а я ему уже докладываю. Здрасте. Останови. Хорошее мороженое. Угу. Научили делать. Поворачивай. Едем в Шереметьево. Самолет ждет? Конечно. Гадость. Выброси. Выброси. Ларри! Включи РТР! Не ОРТ, а РТР! Ты понимаешь по-русски? Да. Что ты там видишь? Джунгли! Ну, я смотрю. И что ты видишь? А? Водопад? Ну, все правильно. Да. Но это же Клондайк. Будущий Клондайк. Срочно звони Марику, пусть узнает, сколько там стоит квадратный километр. Я готова. Я готова. Жду обещанных устриц. Ты не можешь без меня сходить одна? Почему это? Я очень важного жду звонка. Чем же интересно ты, заяц? Ты знаешь о том, что здесь без мужчин в ресторан ходят только шлюхи? А ты сама кто такая? Херцогиня, что ли? Окей. Только попробуй ударить. Эти все глаза выцарапаю. Жерар. Да? Отвези мадемуазель в аэропорт, она улетает сегодня. Ой, блин, напугал. Да и мечтаю, чтобы свалить отсюда, не видеть ни тебя, ни твоего вонючего телевизора. Пусти меня! Пусти меня! Территории много, власти мало. Вся власть в Москве, от этого все беды в России. Народное добро разбазаривается. А мы могли бы жить не хуже Эмиратов. У нас вот богатейший же край, где ни копни, или золото, или нефть, или уран, или бден. Ларри. А все деньги в Москву уходят. А там НТВ сидят кровососы и сосут кровушку из всей России. Поэтому вы выдвинули свою кандидатуру в президенты? Поэтому надоело терпеть. А вы не боитесь проиграть? Нет.
Это они меня должны бояться. Можно узнать, а почему? А вот выиграю, увидишь. Нам нужен канал. Какой? Суэцкий? Купим. Телевизионный. Брось все и срочно займись этим. Будем ломать ситуацию. Ты понимаешь, я подумал, если мы не можем победить Кремль, нужно самим стать Кремлем. Президентами не рождаются, президентов делают. Ну, вот этот мужик по НТВ, губернатор в шапке такой. Да, вот его и будем делать президентом. Хорошо. Давай, высылай за мной самолет. Я возвращаюсь. Надо Бловер уменьшить. Да нет, он же из народа. Как вы считаете, Платон Михайлович? Посмотрите, до чего вас довели! Всюду разруха! Электричество включают на 2 часа! Воды нет! Пенсии не платят по полгода, потому что вся власть в Москве. Отберите у них власть и отдайте народу. Русскому северу новую жизнь. Голосуйте за Николая Ломова. За Ломова. Меня многие не любят, потому что я богатый. Но поймите, если я сам сумел разбогатеть, значит, помогу и вам. Если хотите стать богатыми, голосуйте за Николая Ломова. Ура! Ура! А мы поедем, мы помчимся на оленях, утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что на красно называют Северграду, ты увидишь, что на краю для тебя. Мы поедем, мы помчимся на оленях, утром станет, мы отчаянно рвемся в эту снежную зарю. А теперь посмотрим, кто победил на президентских выборах, если бы они состоялись сегодня. Первые 2 места, как и неделю назад, занимают лидер коммунистов и премьер-министр. Но вот на 3-е место вышел Николай Ломов. Господин. Еще месяц назад мало кому известный губернатор обошел на этой неделе многих известных политических деятелей. Потом и так стал одним из самых реальных кандидат на пост президента страны. Через неделю я буду 2-м. На канале Платона Михайловича вы сможете стать 1-м хоть сегодня. Но для выборов этого недостаточно. Опять про деньги, а? Ну, кстати, я еще не решил, стоит ли тебе, Коль, высказываться насчет экономики. Это почему же? Так, ну ладно, об этом потом, а насчет денег? Швейцарские франки тебя устроят? А вы знаете, в основном нас интересует газ. Хм, не знаю, не знаю. Газ всех интересует. Почему это мне не надо высказываться по экономике? Да потому что тебя не только идиоты слушают, но еще и толковые люди. Ты же понимаешь, что невозможно производство за 3 года удвоить. Так же, как невозможно вырастить ананасы в тундре. Алло. Это я. Не оборачивайся, я сзади тебя стою. Прошу, проиграй хоть одну партию. А я, между прочим, про ананасы не говорил. А что, рубль через год будет как доллар, тоже не говорил? Уж лучше бы про ананасы.
умоляю тебя, промаж. Ты у него третью партию выигрываешь. Все, сейчас, да. Честное слово, клянусь. Да, обязательно. Партия. С тобой, Платоша, дерьмо на двоих хорошо кушать. Сам все сожрешь, никому не оставишь. Коленька, бильярд ведь это не каждому дано. Это как экономика. В смысле? В смысле, что нужно книжки читать или умных людей слушать. Я что, дурак? Ты кому это говоришь, мне? Из Коли Ломова еще никто дурака не делал. Зачем? Ты сам уже все сделал. Ты на кого прешь? Ты на Россию прешь? Да я вас всех в порошок сотру. Ты думаешь, купил Колю Ломова? На-ка, выкуси! Вот стану президентом, всех вас из страны пинком под зад, всю вашу породу выведу. Ты не станешь президентом. Пока я жив точно. Никогда. Значит, сдохнешь. Попробуешь встать на моем пути. Сдохнешь. Значит так, эти твари совершенно озверели. Такого наезда еще никогда не было. Они хотят отнять у нас все, понимаешь? Не просто телеканал, а все. Все, понимаешь? Все. Срочно запускай компромат на Ломова. Да. Пусть знают, что у нас такое есть на каждого. И тут такое принесли, он сразу с двумя шлюхами. Такое можно? Можно, можно. После сегодняшнего все можно. Курочкин, молитву. Николай Ломов, наш губернатор, ваш президент. Аминь. Поэтому мы продолжаем цикл наших разоблачительных передач в галстуке и без. Знакомьтесь, это кандидат в президенты, наш губернатор Николай Ломов. Вы, наверное, подумали, что действие происходит в бане. И ошиблись. Николай Ломов хорошо известен своими патриотическими устремлениями. Он давно наметил провести крестовый поход в Москву. Что ты сидишь, жрешь? Иди пиши. Искоренить в ней капитализм. А чего писать-то? Опровержение. Вот. О компрометации кандидата в президенты Николая Ломова с использованием актера-двойника. Угу. Что, сам не понимаешь? Я понял, понял. Как когда-то Распутин, Николай Ломов пытается изгонять грех грехом. Нет, господин Маковский, нас голой жопой не возьмешь. Предвыборный штаб Ломова. Секунду, сейчас узнаю. Николай Степанович занят. Я бы хотел задать ему несколько вопросов. А я вам объясняю, что Николай Степанович занят и принять вас не может. Если у вас есть какие-то вопросы, оставьте ему в письменной форме, он вам ответит. Пишите. Вопрос первый. Сколько денег было заплачено генералу Корецкому за организацию убийства Платона Маковского? Что? Пишите. Он хотел получить вопросы в письменном виде? Вот и пишите, не отвлекайтесь. Зачем вызывал? Выпить хочешь? Зачем вызывал? Смотри, что мне твой уральский самородок прислал! Ты почитай, почитай. Там и про тебя написано.
Ему не жить. Угомонись, Коль. Ты Маковского грохнул, мне это разгребать. А чего делать-то? Сядешь. У нас теперь торжество правосудия. Как сяду? Я же вам канал отдаю. Испугался герой. Возвращайся к своим оленям. И чтоб мы тебя в Москве здесь полгода не видели. А с его вопросами что делать? Отвечать? Забудь. И вот еще одна сенсационная новость, касающаяся Инфокара. Его телевизионный канал Инфо-ТВ переходит под контроль компании «Севергаз», принадлежащей губернатору Ломову. Об этом только что сообщил в экстренном выпуске новостей телеканала Инфо-ТВ Евгений Руденко, ведущий обозреватель канала. Мы прощаемся с вами и благодарим вас. Будьте бдительны. То, что сегодня произошло с нашим каналом, завтра наверняка может произойти с каждым из вас. Помните слова Эрнеста Хемингуэя? Если по ком-то звонит колокол, Алло, Мария, ты телевизор смотришь? Почему у Лари выключен телефон? Он поменял номер. Дай мне его номер. Я его не знаю. Мария, я тебя умоляю. От этого зависит судьба Инфокара. Все зависит, я тебя прошу. Если он позвонит, я ему скажу. Спасибо. Ларри звонил час назад, просил прислать машину завтра к 11 утра. Куда? Ты не скажешь? Я тебе клянусь. А что ты ему скажешь? Я что-нибудь придумаю, честное слово. Набережная Шевченко, дом 4, во дворе у третьего подъезда. Машенька, спасибо, я этого никогда не забуду. Просил прислать машину завтра к 11 утра. Вот, послушайте. Набережная Шевченко, дом 4, во дворе у третьего подъезда. Ну как? Привет, Ларри. А что ты испугался-то, а? Страшно? Опа. Здорово, Ларри. Здорово. Опа! Опа! Опа-опа-опа, глаза забегай! Сюда! Сюда смотреть! Хачапури гнилой! Убирать надо, а не разбрасывать. Уборщики. Кто здесь сидит? Откройте! Тоша? Тоша? Нет, ни в коем случае. Смотрите, как у нас весело. У нас маскарад, люди в масках. Вас подвезти? А вас? Я на машине. Или вы только на мерседесах? Срочно запускай компромат на Ломова. Да. Сейчас, сию минуту! Сейчас! Я тебе перезвоню. Пока. Дверь открой. Платон Михайлович, куда едем? Ждите меня дома, я вас везу.
зеленее не будет. Каждый из нас заслуживает одиночества и свободы. Но кто сможет быть вечно одиноким и свободным? Артхаус представляет. Поступило экстренное сообщение. 20 минут назад совершено покушение на генерального директора холдинга «Инфокар» Платона Маковского. Сенсационное покушение в Москве, жертвой которого стал влиятельнейший российский предприниматель Платон Маковский. Сегодня в 15 часов 40 минут Мерседес, на котором возвращался Маковский после обыска это в своем офисе такая? На дачу, был обстрелян неизвестными из противотанкового гранатомета. Это вы? Да. Где он? Там, в комнате. Платон! Я эту собаку, этого шакала Ломова найду и своими руками разорву. Я клянусь. Ты думаешь, это Ломов? А кто еще? Кто? Только он и Корецкий. Кто еще знает, что ты здесь? Никто. Очень хорошо. Они думают, что тебя убили. Пусть думают. А ты будешь здесь, как Ленин в шалаше, в полной безопасности. Никаких звонков. Отдай телефон. И теперь помни меня никому не открывать. Иду, я привезу. Никому в голову не придет, что ты здесь скрываешься. Ну, все понятно. Очень интересно. А как же моя работа? Твоя работа, дорогая, теперь быть клубской. Чистить картошку, жарить котлеты. Мне нужно 3 дня, пока я предателя заставлю из норы вылезти. Какого предателя? Тебя убить зачем хотели? Чтобы захватить инфокар. И теперь, когда они думают, что тебя нет, им нужен кто-то из нас, кто согласится на них работать. Им нужен предатель и его акции для контрольного пакета. Тоша? Тоша? Тоша, ты? Ты откуда здесь? Тетя Сима заболела, она здесь живет, в этом доме. Я ей продукты привез. Значит, запомни, меня ты не видел. Меня нет ни для кого, ты понял? Ну что это? Тоша! Настырный, красавица моя. Давай организуй, нарежь там, покромсай колбаску. Что, глазам своим не веришь, что я к тебе пришел? Мы же не звери. Человеческое понятие имеем. С человеком беда, в аварию попал. Покушение. Еще 5 метров, и все, мне хана. Испугался. Подумал, за Платошей вдогонку отправили. Ничего. Не боись. Кто это сделал? Разберемся. В обиду тебя больше не дадим. Корецкий, как узнал, сразу мне позвонил. Хоть он и на ножах с вами, сказал, Муса Тариев наш человек, его беречь надо. Мы ему поможем, а он нам поможет. Так ведь, Муса, поможешь. Ты ж не дурак. Как они узнали? Как они узнали? О, Марик, дурачок, он мне жизнь спас. Лагать потом. Думай вперед. Самолет ждет. Вот виза и деньги. Какая виза? Война началась. Они нас убивают, а мы без штанов по телевизору показываем. Все. Кровь за кровь. Хмед. Инфокара еще не было, а я уже был. Инфокар за мной, как за каменной стеной. Только вы зовете, когда у вас уже проблемы. А я всегда говорю, звать надо раньше. Вот слетаю в Лондон, сразу займусь. Очень в Лондон надо. Сестра замуж выходит.
Давай, останови машину. Ну давай, Ахмед. Сестру привет передам. Передам, передам, Ларе. Вернусь, всем башку оторву. Купили. Провели беседу. Не полезет в это дело ни за что. Крыса. Бандит называется. Меня волнует не Корецкий и Ломов. Они враги с врагами просто. А вот что делать с предателем? Ты знаешь кто? Послушай, Платон. На завтра они назначили внеочередное собрание акционеров Инфогара. Значит, кто-то им пообещал отдать свои 2%. Кто-то из нас. Марка убили. Мы с тобой не продавали. Остается один. Муса. Ты с ним говорил? Поздно говорить. Я пою к нему. Да, сходи, сходи. Вы же с детства друзья. А ты жди моего звонка. Ничего не предпринимай. Ты понял меня, Ларри? Понял. Буду ждать твоего звонка. А ты пойдешь к нему, и он тебе интересное предложение сделает. А искусственное дыхание не пробовал делать? Рот в рот. Ты что здесь делаешь? Думаешь, всех перехитрил? Следил за мной. Угу. Но это не важно. У меня для тебя две новости. Одна плохая, другая очень плохая. Тебя отстранили от следствия. Ты немедленно возвращаешься к себе, домой, на Урал. Билет, кстати, у меня. А очень плохая. Знаешь, какая? Что ты больше не работаешь в прокуратуре. Профнепригодность. Сколько тебе Корецкий заплатил? Думаешь, поделюсь? А-а, я жадный. Тебе сколько до пенсии осталось? Секунд 5. Телевидение создавалось за народные деньги и должно принадлежать народу, а не выродкам на службе ЦРУ и олигархам. Поэтому мы забрали, за долги забрали канал Инфо ТВ и передаем его государству, то есть народу. Ну что ты смотришь? Ты. Я. Позор. Ты живой? А мне сказали, что... А ты знаешь, что эти суки с нами творят? Ты знаешь, что Барику... И меня тоже за тобой хотели. Ты что, у Света вернулся? Платон, праздник у нас, я... Я сейчас все организую, ты посиди. Девочки, Наташ! Ну что, попрощался с матерью? Да. Тетя, вы куда его? В тюрьму? Детский дом. Он теперь будет жить в детском доме. Пишем! Нет, я не могу. Пошли! Нет. Почему? Мне стыдно. Пошли, я тебе говорю. Нет. Запомни, мне нельзя говорить слово «нет».
Так, девочки, пошли на пост, миленькие мои, на пост, а пошли. Танцевать, а танцевать позже будем, позже. Давай все успеем. Пошли, пошли, девочки, пошли. Там уберите все быстренько так, да? Хочешь яблочко? Нет, спасибо. Ну что, нам совсем конец или нет? А ты как думаешь? Значит, все плохо. Хуже не бывает. Ты знаешь, хотел озвучить тебе одну идею. И у глупого мусы появилась идея. В общем, мы ложимся под них, но генеральным директором становлюсь я. Но буду делать все, как ты скажешь. Ну, как всегда, как раньше, понимаешь? И мы выкрутим тебя. Нога опять. Ну, я правильно говорил, а? Угу. Ну, как ты думаешь? Да. Ну, осторожно. Тебе нравится, а? Значит, их схема была такая. Ты передал им свои 2%. У них теперь контрольный пакет. И за это они тебя делают генеральным. Так? Ты чего, Платуш? Что ты такое говоришь-то, а? Тебе сказали, что меня убили. Ты был один, тебе было страшно. Они меня хотели убить. Они мне угрожали. Они меня хотели убить, ты понимаешь? Я все понимаю. Ты мне скажи только правду, кто это был? Корецкий? Скажи мне правду, и мы сразу про все забудем. Ты же знаешь, что мне нельзя говорить «нет». Ломов. Ну вот. Ну ты не сердишься? Да ты, нет, что ты? Ну ты правда не сердишься, а? Наш братец. Утонули, ты шашлыки спасал. Ты мам, я для тебя это делал. Мария, увези меня отсюда, я больше не могу. Мне все противны. Да и сам себе противен тоже. Слышь, давай сбежим отсюда. Только ты и я. Прямо сейчас. Сбежим, ты и я. Закажи мой самолет и улетим. Ты слышишь меня? Ты меня слышишь? Да какой к черту отпуск? Я тебя очень люблю. Я тебя всегда любил. Маша. Мария. Сейчас. Ровно через час. Извините. Я здесь. Подожди, здесь что-то. Я перезвоню. Подождите. Наверняка бандит какой. Директор дорожно-патрульной службы, младший сержант Иванов. Чего машина грязная? Фара разбита. Предъявите ваши водительские права. Ты чего меня вызывал? Я тебя вызывал, ты меня вызвал. Чего не понимаю? Звонили от тебя по коду. Так ты что, не звонил, ты что ли? Ты не понимаешь ни по какому коду?
Здравствуй, Марк. Здравствуй, Витя. Делаете в такое время? Водку пью. Покиньте, пожалуйста, территорию кладбища. Ребят, все в порядке. Я у себя дома, это моя могила. А ведь похож. Сволочь! Ты что, с ума что сошел? За что ты его? Да за то, что похож. Я еду в Москву. Разворачиваю машину.